Под контролем этого ведомства – безопасность на дорогах. В Самаре открылся музей ГИБДД. За стеклом – модели машин всех калибров и назначений, водительские удостоверения, шевроны, медали и специальная техника. Все вещи и материалы – это живая история службы. Гордость коллекции – мотоцикл «Урал». Настоящий раритет, рассказывают сотрудники музея. На нем инспекторы ДПС трудились до 1982 года. От колясок мы, в общем-то, отказались, потому что менялось время. Менялись скорости, менялась техника, и уже не успевали с этими мотоциклами. Появились одиночные мотоциклы и машины современные. К оформлению пространства решили подойти творчески. Каждый уголок уникален по-своему. Можно увидеть мигающие светофоры и проблесковые маяки. На посту в зале фигуры как рядовых сотрудников, так и юных инспекторов движения. Знакомьтесь, это Гришенька. Так работники музея называют этого манекена. Я думаю, лучше ходить в такой музей, где можно, не знаю, потрогать эти вещи, можно поближе на них посмотреть, не в рамках там. Можно, например, не знаю, там, шлем вот этот одеть, пофоткаться. Также здесь можно узнать о подвигах сотрудников госавтоинспекции. В 1983 году дорожный инспектор Александр Соколов сопровождал колонну автобусов, которая перевозила рабочих авиационного завода. Увидев, что на них несется потерявший управление большегруз, сержант перегородил дорогу. Ценой своей жизни он спас несколько сотен заводчан. В музее в честь подвига правоохранителя установили парту героя и возложили цветы. Александр Соколов посмертно награжден орденом Красной Звезды. Он считается для нас всех примером долга, мужества, то, что он совершил этот подвиг, и вся школа наша считает его героем, мы все стараемся равняться на него. По словам организаторов, коллекцию музея собирали по крупицам. И это не предел, она будет пополняться. Со своей стороны, как начальник отдела госавтоинспекции города Самары, я обещаю поддерживать данное движение, оказывать всю помощь, оказывать всяческое содействие ветеранам, в первую очередь, органов госавтоинспекции. Для гостей двери музея открыты по адресу улица Ставропольская, 104. Ксения Баканова, Константин Головин. События.